Здравствуйте, молодые люди. Сегодня первый день соревнований в Праге. Счастливая семейная пара. Счастливы они в связи с чем? В связи с тем, что Катя была в первом сравнении, да, Кать? То есть завтра, я так понимаю, финал. Форма, как ты считаешь, у тебя сегодня? Ну, я ее постаралась улучшить его. Надеюсь, это видно. А в чем это улучшение должно было отразиться? Кто что должно было увидеть? Ну, цвет купальника. Форма тела. А форма тела? Формы. А в каком месте формы? Ниже пупка. Ниже пупка? Уменьшила ножки? Уменьшила. Уменьшила? А кто старался, за тобой наблюдал, чтобы у тебя было... Мне помогали все. А? Мне помогали все морально. Морально? А физически ты сама пахала, да? Физически пахала, именно. Ну что ж, будем завтра за тебя болеть. Да, чтобы ты Плевакова выиграла. Правильно? Хорошего вам всего, ребята. Давайте, спасибо, пока отдыхайте. Иди сейчас. Два слова всего. Я знаю сейчас два слова, чего они заканчивают. Еще раз повтори. Я говорю, я знаю, чем два слова заканчивают. То есть ты наотрез сегодня отказываешься общаться? Сегодня, да. А завтра, если убежишь, я тебе голову оторву. Нет, я не это буду. Шутка. Естественно. А то ты сейчас скажешь, что как бы это на самом деле. Молодец, то есть в первом сравнении, правильно? Спасибо. Да? Наверное. Да не наверное, а точно в первом сравнении. Ну, если вы все видели, зачем вы спрашиваете? Чтобы на телевизор тоже люди увидели. Кому надо, те узнают. Да? Хорошо, Олечка, давай, удачи. Спасибо большое. Все, пока. Сегодня, 7 июня 2014 года, я, Александр Тимошенко, для портала islabs.ru и Семенова Алла. Алла, скажи мне, пожалуйста, что означает твоя форма одежды на сегодняшний день, на тот момент, когда мы сейчас с тобой сидим и разговариваем? Ну,
Форма одежды Ukrainian Team Bodybuilding. То есть ты выступаешь за Ukrainian Team? Какие планы на сегодняшнее выступление? Ну, победа. Планы всегда одна победа, а дальше дело. Победа в категории. Победа в категории и желательно абсолютная. Абсолютная, то есть ты желаешь получить прокарт? Прокарт, ну, это такое дело, как оно и хочется и колется. Это решаю не только я, могу так сказать. То есть могу я тебе переформулировать следующим образом, что ты хочешь получить возможность иметь прокарт? Хочу получить возможность иметь прокарт, естественно. Ну так после Испании ты такую возможность уже имеешь? Ну мы это решаем с федерацией и договариваем, куда и когда и где выступать. То есть на самом деле было все спланировано, я так понимаю, даже не в этом году, сегодняшние и твои выступления предыдущие, а, видимо, это какая-то долгосрочная перспектива в отношении тебя? Не знаю, как долгосрочная перспектива, но команда есть в нашей команде лидеры, к которым мы прислушиваемся, и нас они ведут, наши тренера, и поэтому зависит не только это от меня, но и от мнения тренера. Кто эти люди? Фамилии? Кислый. И Александр, и Делиева, и Ирина, Анатолий, ее наш президент. Поэтому много людей работает. Ты имела в виду Игоря Анатольевича? Получается, Ирина у нас... Ирина Игоревна. А Анатолий это уже по... Не нервничай. На самом деле, вчерашний момент твоего выступления... Сколько человек было в категории, ты примерно считала или нет? Нет, не считала, но так как я как первая, но нас ставили в обратном порядке, и передо мной была просто очередь, я думаю, человек 30 точно было. Тебе нравится, когда есть конкуренция? Конечно, хочется всегда быть лучше среди лучших. Соревновательный момент? Соревновательный момент, дух конкуренции, задора, но на эмоциональном уровне даже себя ведешь по-другому. Чем лучше форма у конкурента, тем интереснее. У меня еще такой к тебе вопрос. Я каждый раз смотрю твои ростовые, и каждый раз почему-то у тебя рост гуляет. На позавчерашний день, на момент регистрации, тебе намерили 168,5 сантиметров. На самом деле, какой ты рост сама за себя считаешь? У меня всегда был 170, но почему-то, видимо, к концу сезона я уменьшаюсь. Стареешь, что ли, получается? Вниз? Уменьшаюсь. Уменьшаешься? Вниз становлюсь. Просто я сам был удивлен, я знаю точно, что у тебя 1,70 м, я это видел лично. А вчера в регистрационных документах узрел 1,68 м. Ну, я не сильно удивился, на самом деле, как бы я подумал, ну, наверное, так и должно быть. Учитывая, что это 6-е соревнования, я думаю, я ниже стала. Нет, ты ниже не стала, ты стала, наоборот, выше по своим титулам и все остальное, ты стала, наоборот, выше. Как Прага тебя встретила, ты считаешь? Да хорошо встретили нас. Наша команда позаботилась, чтобы мы доехали, поселились, поэтому... И очень нравится организация, если сказано в 10 начало, в 10 оно и началось. То есть не ждешь ничего, все оперативно. Это радует, не устаешь, по крайней мере. Аллочка, большое тебе спасибо. Надеюсь, что ты пустишь меня после того, как все состоится, тоже с видеокамеры к тебе подойти. Удачи тебе, обнимаю, целую, спасибо, желаю еще раз большое успеха и победы. Спасибо большое. Да. Фильм снят при поддержке компании Hard Labs. Спортивное питание Hard Labs – это качественные ингредиенты, отличный вкус и доступная цена. Hard Labs – это формула вашего прогресса.